Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даваска, и, наконец-то, мы оцениваем сеты Академки Гризли Тим. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Ну, и, конечно же, благодарочка тому игроку, который предоставил аккаунт для обзора гильдии, а также ГТ Небесному, потому что он за это все... Договорился. Сет Тарана это, если я не ошибаюсь, офицер. У них 49 человек в гильдии. Да, он офицер, 20 тысяч очков. Сетик великолепный, мне все нравится, 10 из 10. Конечно, может быть, масочку, именно какую-нибудь маску, а не бандану, и было бы лучше. Но с очками, в принципе, тоже шикарно смотрится. Как я уже сказал, 10 из 10. Дальше у нас идет Абсолют. 1117 очков славы. Ну, были бы кроссы, было бы лучше. 7 из 10. Кокос. Тоже вот такой вот трофельный сетик. В принципе, не вижу смысла оценивать, потому что это не основной сет. Дальше вот такой вот сетик, в принципе, дефолтный. Но лучше сюда какую-нибудь черно-желтую голову, либо какую-нибудь черно-белую или черно-желтую и так далее. 9 из 10. Потом игрок вот с таким ником. Это чисто фулл набор с тайного магазина. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли с ним собирать сеты. Потому что, как бы, ну, штаны тут великолепны. С дождевиком можно собрать, по факту, 3-4 адекватных сета. И вот эта шапочка, в принципе, тоже интересная. Пишите ваше мнение в комментариях. Нужно ли собирать, либо нет. Дальше, вот такой вот игрок, у него чисто розовенький сетик. Если я не ошибаюсь, у мужика есть какая-то лучшая розовая прическа, чем вот эта. Поэтому 9 из 10. Потом Канеки, вот такой вот сетик. Ну, под этот торс нужны какие-нибудь черно-золотистые штаны, было бы лучше. 8 из 10. Хотя... Давайте даже 9 из 10. Санечка. Вот такой вот сетик. Ну, относительно недонатный, потому что и купу можно было получить, и на халяву, и куртку, и кроссы, и штаны не помню, но вроде бы можно было. Ну, давайте 8 из 10, потому что нету масочки. Дальше у нас идет, кстати, он... Мы его оценивали, он нас зовет в группу. Moonlight. Вот такой вот сетик. Как вы понимаете, лишняя кепочка. И не хватает масочки. Вот тут 6 из 10. Дальше у нас идет Ворон XM8. Вот такой вот сет. Все четко, все офигенно. Но грим лишний. За грима мы минусуем полбалла. Поэтому 9,5 из 10. Назик, ну тут чисто мотоциклист, лимон. Вот такой вот сетик есть, по-моему, шорты с... Либо красные шорты с белыми носками. Короче, можно подобрать шорты лучше, плюс синие кроссы. К чему они? Сюда хотя бы или белые, или джазовые, или... либо какие-нибудь красные. Давайте 4 из 10. Марена, это офицер. Какой офицер? Это лидер гильдии. Вот такой вот шикарный женский сетик. Классно, что не дефолтные белые кидосы, а что-то новое. Смело 10 из 10. Потом игрок с ником Мор. Вот такой вот сет. Да, штаны ангела смотрелись бы получше, либо какие-нибудь другие штанишки, либо с инкубатора, либо с недавнего набора, который вышел. Ну, а так, в принципе, 10 из 10. Панта. Ну, тут тоже. Вот, кстати, эти кроссы идеально смотрятся, но штанишки нужно поменять. Плюс он тупо поменял штаны и кроссы, ну, не выше, чем 3 из 10.
10, потому что, ну, как бы, ну... И вот эта масочка, и капюшончик, и дождевичок — это все один и тот же сет. Servax. Вот такой вот хороший сет Олда. В принципе, даже и кроссы можно оставить, потому что красивых черных нету. А джазовые смотрятся, ну, похуже, чем эти. Поэтому 10 из 10. Элман. Ну, просто Элман. Вот такой вот женский сетик. Сюда я знаю, что шикарно подходят черно-оранжевые штанишки, которые есть на девушку. Поэтому 8 из 10. Лёшка. Ну, тут прям тоже 2 из 10. Точно такая же история, как у него. Дальше Баунти. Вот такой вот сетик. Ну, причесочка, конечно, бело-голубая. Но чего-то не хватает. Либо причесочку поменять, либо масочку какую-нибудь чисто черную, либо штаны. Не, черно-голубые штаны сюда бы не пошли. Но все равно нету вот этого вау, да? Ну, давайте 9 из 10, потому что, в принципе, неплохо. Ассасин. Вот эта голова, по-моему, она олдовская была редкая, но ее относительно недавно наслили или в тайн, или куда-то в джекпот, я точно не помню, но она слитая. Ну, сет где-то 6 из 10, потому что и голова сюда к чему, и кросс, и все такое. Киря, вот такой вот сетик, ну, конечно, к этим штанам есть лучшие торсы, к торсу есть лучшие штаны. Плюс это балаклава, не знаю, к чему она тут. 4 из 10. Злайджа. Вот такой вот сетик. Куртка не скрывает бронежилет. Плюс тапочки даже не в цвет торса. Давайте 4 из 10. Ванёк. Вот такой вот, в принципе, хорошенький женский сетик. Но поменять бы торс было бы лучше. 8 из 10. Оф. Хороший белый сетик, кстати, что-то подобное мне кидали в личку, по-моему, даже это тот же человек. Сет, в принципе, хороший, мне нравится, 10 из 10. Что-то это либо... не... А, мандарин, понял, он написал просто перевернутыми буквами, понимаю. Не подходит прическа под масочку, а так идея здравая, мне нравится, 9 из 10. Кико. Почти 15к очков славы, кроссы нужны либо белые, либо бело-желтые, такие есть в свифтах в магазине, 9 из 10. Геймер. Хорошая попыточка, но штаны к этому торсу вообще не подходят. 7 из 10. А так, в принципе, торс и шлем смотрятся идеально. Сушист. Вот такой вот сетик у него. Ну, торс и штаны — это один и тот же набор. Плюс босые ножки, плюс бандана, которая не в тему. И бандана, и кепка — это еще один и тот же набор. Ну, где-то 2 из 10. Дальше венок — это чисто у него волк. Бэби Джо. Бэби Джонни. А, ну, короче, какой-то вот такой вот у него ник. Интересный, опять же, кепка и маска — один и тот же набор. 9 из 10. Абема. Офигенный ник, но... но сет такой себе, тоже где-то 2 из 10. Макар. Зачем? Не, ну, ладно, я фастерков понимаю, да? Но когда одевают штаны зомби-самурая под вот это извращенство. Это так делать нельзя. Посмотрите, запомните, так делать нельзя. Лучше вот так, чем вот так. Уяснили? Молодцы. Дальше у нас сойдет панда. Чисто такой синенький сетик. Ну да, черно-синий в какой-то степени. Все идеально. 10 из 10. Марс. Вот такой вот сет. Прикольно смотрится. Торс, штаны, кроссы. Голова тоже, в принципе,
неплохо подобрано, но 9 из 10. Артур. Ну, тоже. То же самое, что и с этими двумя чувачками. 2 из 10. Только им, по-моему, давал по четверке. Ну, давайте этому 2. Дальше у нас сойдет вот такой вот шикарный черно-белый сет. Все великолепно, не докопаться, 10 из 10. Нацу, что-то знакомый ник, прям до боли знакомый, шикарный женский сетик, все великолепно, смело 10 из 10. Потом у нас идет агроном, тут нужно поменять масочку, чтобы не было, ну, видно голой шеи, и обувь тоже, ну, как бы, да. 5 из 10. Кстати, прикольно смотрится прическа. Сюда бы королевскую, либо черно-желтую бандану, которая недавно была за пополнение. Это все. И бело-желтые кроссы. Был бы вообще офигенный сет. Дальше у нас идет банан. В чем-то подобном играли в фестерки, когда только-только добавляли вот и топ игрока, и всего этого. Ну, где-то 2 из... Нет. Давайте 3 из 10. Изар. Вот такой вот шикарный сетик. Дефолтный, да. Но шикарный, смело 10 из 10. Сексуалка. Вот такой вот сетик. Прикольно сделано, но... Ну, такой спортик и классические туфли. Зачем? Ну, хотя бы там... джинсы какие-нибудь черные, либо, ну, под водолазку, но спортивки и классические, в какой-то степени классические вот эти боты. Блин, или носят женщины и девушки под спортивки такие ее высокие боты. Ну, короче, мне нравится. Можно даже и десяточку, наверное, ее поставить, потому что, ну, необычно. Пухля, вот такой вот, вот сетик, ну, тут кроссы нужно поменять, потому что они белые, а сет весь фулл синий, 9 из 10. Шавуха, пацанчик шарит за вкусную еду. Поменять либо голову, либо обувь, 9 из 10. Аимка секс, ну, тут чисто шапочка. Бандана все испортила, ну, нужна либо черная маска, либо что-нибудь черно-фиолетовое на масочку. 9 из 10. Шрек, вот такой вот сетик. Если я не ошибаюсь, это все за обменники, а повязка это тайный, и голова это золотой джекпот. Ну, тоже где-то 2 из 10, потому что по факту это фулл сет. Ляжку. Вот. Так. Вроде бы торс и юбка это разные джекпоты. Или один. Нет, это один. Это вроде бы один. Вроде бы один. Я не помню это. Ну, я... Женские сеты я не так сильно, чтобы запоминаю. В общем, если торс и юбка это один на тот же набор, то 7 из 10. А если это разные, то 9, нет, или 10, да, то 10. Не знаю, как правильно читается ник, но сет офигенный, шикарный, 10 из 10. Релакс это последний, ну и конечно же нужно было в конце вот таким вот сетиком заговнить вот эти вот шикарные сеты, да? Ну, особенно вот этот и где сексуалка. И вот этот. Так, ну, что ему поставим? Ну, давайте 1 из 10. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.